Жека с Игорем вдвоем на-да-на-на-да-да шли, обнявшись по друзьям на-на-на-на-да. Помогал им Игорек, Игорек, Игорек. Жека с Игорем вдвоем помогал нам Игорек, да? Жека с Едичкой вдвоем на-на-на-на-да-да шли, обнявшись по друзьям на-на-на-да-да. Что здесь делает украинский флаг на и мокренькая курочка, курочка, курочка. Любишь ли ты прохождение различных и крутых игр? Undertale, симулятор хирурга, Minecraft, Skyrim и многие другие игры. Если да, то заходи и подписывайся на канал Миру Мира. Здесь будет очень весело. Как делишь, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жейкой и Игорем мы продолжим играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем привет, ребята. Как обычно, из вами ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем брать, тем больше серий «Кто твой папочка» мы продолжим записывать вот таким составом. И не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все будут в описании. И также не забывайте писать положительные комментарии и в комментариях писать свои идеи для новых серий по «Кто твой папочка». И также давайте соберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочка на эту карту осталась в описании, где вы сможете поиграть со своими друзьями. Я знаю, что вы крутые и сможете собрать эту сумму очень быстро. Приятного вам просмотра. Папа Эдички, нам нужно совершить что-то не просто сумасшедшее, пожалуйста. Папа, путешествие, папа! Останься от меня. Мы хотим выйти из дома. Пожалуйста, Женечка. Папа, куда мы можем отправиться, папа, иди. Можем отправиться в Турцию. Да ну, скучно. Скучно, скучно. Хотите экстрима? Да, 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 хотим, Женечка, хотим. Да, да, экстрим. Идите, уходите. Ну, папа, ну, пожалуйста, ну. Ну, пойдемте, пойдемте, покажу. Зачем ты мне экстрим? Пойдем. Телевизор дал случайно. Пойдем. Где крупные какашки? Кто-то на да каре какать на аэродром. Папа, а можно я полетаю? Папа, пожалуйста. Да, 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 Эдичка, лети. А куда мне лететь? Папа, папа, папа. Покажешь путь? Покажешь дорогу? Подождите, дайте, куда тут надо сесть? Так, я спереди, маленьким спереди сидеть нельзя. Вперед, вперед. Женечка, мне кажется, это ты управляешь сейчас. Я? Да. Мне кажется, это я управляю. Ну летите, летите, летите. Давайте, давайте, давайте. Полетели, полетели. Полетели. Я не понимаю. Пойдемте, ты у нас профессионал лети. Папа, дай вертолет. Ну, блин, все нормально. Полетели, полетели, Женечка, давай. Летите меня, я села. Папа, куда мы летим, папа? Расскажешь? Кто летит? Ты летишь, дебил, управляю вертолетом. Ну, ёхты-батах, ты бы прилетели или нет? Я не могу понять. Папа, где мы, пап? О, охранники? Охранники, знаете, куда мы прилетели, дорогие детишки? Куда? Бей охранников! Жги охранников! Они не понимают, что происходит! Аааа! Папа, папа, стой! Папа, стой, стой, стой! Оставь эту дуру, сама нарывается. Пойдем, папа, пойдем, пойдем. Забей на нее вообще, короче, это полный шлак. Заколебало меня уже, я не могу с ним уже. Одной проблемой меньше. Да, дурында какая-то, ну да ладно. Папочка, папочка, куда мы прилетели? Я беру себе автомат. Мы прилетели в Чернобыль. Это значит... Женечка, ты слышала, куда мы прилетели? А мы прилетели. Чернобыль. Чернобыль? Да. Папа, что это такое? Расскажи нам историю. Месть. Да меня... Твою мать, я же сын твой. Синечка. Папочка, не бейте меня. Папа... Не ваша точка, не бейте меня. Куда мы прилетели, папочка? Расскажи нам. Мы прилетели, еще раз говорю тебе. Еще раз. Слушаешь, внимательно? Слушай, слушай. Чернобыль. А зачем нам оружие? Это что, опасно? Конечно. Нифига себе. Папа, куда... Папочка, а куда мы идем, папочка? Расскажи нам историю и покажи нам, что же тут интересного. Папа! Видите, это Припять. Здорово! Женька, слезь, это же... Не-не-не-не-не! Ну слезь, ну пожалуйста, папа. Хватит! Не порти имущество. Папа, побежали, побежали, побежали. Побежали, пока она тут не прибежала. Расскажи нам историю. Историю? Я не умею. Ну, короче, это Чернобыль. Он находится где? Знаешь где? Где-где-где? На твоей родине. В Украине. А что с ним произошло? Смотри, я кого-то вижу. Кто такие? Я тоже вижу. Папа! Это зараженный! Папа, кто такие? Бейте их!
нету! Папа, убей! Кто-то были, папа! Можете мне перезарядить автомат, а то я не вояка. Дай, кто это были, папа? Папа! Автоматы, спасибо. Смотрите, я что-то вижу там на крыше. Там вертолеты, что-то горит. Что-то горит. По-моему, это ненормально. По-моему, сейчас что-то взорвется, мне так кажется. Нам нужно спасти этот вертолет. Кто такие? Бандиты. Тихо, не врывайтесь, не врывайтесь. Женечка назад, Давайте по стелсу. Лежачее положение. Мне кажется, надо украсть у них вертолет и улететь отсюда домой. Не. Всем пока, дорогие друзья, я поехал. Пока, папа, давай. Алло, папа, Энечки, стоять. Почему я Супермен? Супермен. Ты что, я предлагаю убить этих бандитов? Ну не меня же, дебил! Ты, ну что ж ты делаешь? Ты перед прицелом лазишь. А знаете, что я нашел? Это глава банды Сопля, помогите! Да подождите меня, ну я же сказал, давайте по стелсу, куда вы врываетесь? Я вас спасу, спасу! Внешник банды Сопли! Где? Убила. Женщина. Так, я за пушкой, куда стрелять? Женщина. А как стрелять? Где патроны? Перезарядите мне автомат кто-нибудь. Папа, сам научись, а? Вот смотри, я умею, вот смотри. Вот. А вы дебилы какие-то. Папа, смотри, тут лестница какая-то есть. Какая лестница? Ну-ка, лестница, а ну, женщина, смотри. Давайте, это вообще разрешено? Конечно, нет. Так еще интереснее. Смотрите, это мутанты Чернобыля. Нифига себе. Это люди, которые тут живут, папа. Пони. Смотрите, лошадь. А почему у них письки вместо ног? Потому что это мутанты, Женечка. А-а-а, понятно. Смотри, тут старикан-дедушка выглядит как ребенок. Офигеть. Это не ребенок, это двор, гном. Понимаете? Мутанты, круто. Это что за заяц шоколадный? Шоколадный заяц. Колосковый мерзавец. А мне кажется, там... О, тут еще есть лестница. Вперед, наверх. Давайте. Где? Вы где? Вылезай на балкон, папа. Вы можете это самое, слушаться меня? Нет. Нет. Я приказываю есть. Папа, смотри, еще один вертолет. Стой, тут парашюты, берите парашюты. Я нашел березу. Смотрите, береза. А мы вертолет нашли, папа. А я нашел березу. А давай полетим куда-то, папа. Да, вперед. Поехали. Я на перилах. Женечка, давай, садись, Вперед. А куда нам лететь, Прямо. Летите, смотрите, там какое-то колесо обозрения. Нифига себе, папа, можно мы посмотрим? Что это такое? Там какая-то крыша, и там что-то есть. Полетели на крышу. Вот тут? Да, давай. Заляжку. Энечка, куда ты? Да я стараюсь, подожди. Выше, я прыгаю. Я стараюсь, прыгай. Фу, а я приземлился, вот дебилы прыгнули. По-моему, меня даже немного прижал, ну ладно. Ничего, тебе полезно. Помогите, я застрял. Папа, смотрите. Папа, я тебе помогу. Что тут? Смотри, здесь... Ты видишь, какая у меня девушка, папа. Смотрите, здесь какое колесо обозрения. Оно все, смотрите, это рассуло. Нифига себе. Папа. А это что такое? Давайте посмотрим. Да зачем меня-то? Извиняйтесь. Давайте посмотрим, что это такое. Давайте. Что это? Папа. Бомбы. Папа, это мы у тебя должны спрашивать, что это такое. Ты у нас ученый. Что это такое? Я вообще-то не прощаю. А если что-то поджечь? А может лучше не надо? А может не будем ничего поджигать, да? А вдруг они остались рабочими? Эдичка, мне кажется, тебе нужно приготовиться отсюда вылетать, потому что... Так вообще автомат спрячь, маленький. Да, Женечка, лучше не надо, дай мне сюда это, пожалуйста, лучше не надо. Алло, отдай! Молодец, папа, молодец. Женечка, давай мы уйдем. Да зачем ты, я же сказал, давай уйдем! Там дурак! Не взлетает, бензин кончился! Я убегаю домой пешком. Твою мать! Бегите, прячьтесь! Спасайся, кто может! Что происходит, апокалипсис? Ё-моё! Ой-ой-ой, а кто это сделал? Понимаете, вот из-за таких, как вот эта вот маленькая девушка, все и произошло, понимаешь, Эдичка? Папа, мне кажется, мне нужно расстаться с ней. Она прям террористка какая-то. Согласен с тобой полностью, у бабы они такие дуры, понимаешь? И вот мне кажется, ты... Женечка, не обижайся, но в этот раз это правда, честно. А
Это я сейчас дам, правда. Я сейчас дам, правда. Нет, ладно, все. Ну просто смотри, что ты наделала. Красиво. Очень. Нет, ничего красивого. Ядерную бомбу взорвала. На большую какашку. Ага. Баба-баба, что скажешь, да, папа? Да. Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать 5000 лайков, для того, чтобы эта карта осталась в описании, вы смогли ее скачать и поиграть со своими друзьями. И также, чтобы Женечка все взрывала в округе и было весело. Да, ребята, нам нужно действительно знать, хотите ли вы еще новые серии «Кто твой папочка?». Вам просто нужно дать нам знать. И также подписывайтесь на наши каналы, как обычно, ссылочки на всех будут в описании. И также, ребята, не забывайте писать в комментариях новые идеи для новых серий «Кто твой папочка?». Ведь мы читаем все комментарии, это самые интересные, мы отвечаем, и ваши идеи, ребята, мы реализовываем. Да, йоу, всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.